Сегодня 13 января 2015 года. Здравствуйте. Человек не дошел домой. Живший на окраине. Ой, сарай, видите, что здесь произошло? Вот у меня все это было. Вот. Вот, вот до этого было все сливная яма. Видите, что? Вон окна. Жорик, знаешь, что-то не отрывается. Не, она там как-то пошла. Надо дальше идти, еще одну, я сейчас опокалью. Постойте, пожалуйста. Осторожно, медленно, медленно, медленно. Давай, 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 давай. Колесо выкручивай. Выкручивай колесо. Сейчас. Давай, медленно. Давай, 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 давай. Стой. Влад. Мы побывали под обстрелом. Вот наша машина. Нам разбили стекло. Огромное спасибо миномету. Вот как раз попадание. Что-то ушило. Но ничего, живы будем. Все, снаряд града. Этим же залпом был. И практически уничтожена машина пожарная. Нас только поглушило немножко. Ну что, живые. Что, продолжаются обстрелы. Нет. Попала почти в пожарную машину. Знает, возле. Видим машину, возле которой взорвался град. Здесь был ранен один. Здесь ранен пожарный. Один пожарный. Такая у них нелегкая работа. Да. Ой, можно его позвать? Я ему денег.